Частная сыроварня Шекендорф находится в здании бывшей конюшни, построенной в 1900 году. Сама сыроварня была открыта недавно, в 2018 году после реконструкции. Владельцы сыроварни учились сыроварению в Голландии и Латвии. Сыры Шекендорф – это больше десятка различных сортов, приготовленных по уникальным технологиям. Некоторые рецепты содержатся в архивных записях и дорабатываются на производстве, в результате чего получается эксклюзивный продукт. По соседству сыроварни находится замок Шакин. Более 700 лет стенам замка, и они держат в себя множество тайн. Основанный на месте прусской крепости Шоки или Зорги, замок в 1270 году был захвачен тевтонцами. Они сохранили его восьмиугольную форму и внесли свою лепту, открыв здесь первый кирпичный завод Восточной Пруссии. В наши дни от замка сохранилась лишь четвертая часть постройки, остальное переселенцы разобрали на кирпичи. Тем не менее, это место все еще живет и дышит историей. В бывшем ристалище теперь играют дети, а место старой часовни преобразовано в место силы.